Привет, подписчики мои дорогие. Доброе утро, выходной сегодня. Позавтракали, зубки почистили. Рассказываю, как мы тут. Знаете, с чего начинается утро в Украине? С того, что мы обзваниваем всех, кого не видели ночью, о которой весточки не было. Ну, связь между бомбоубежищами, лесами, погребами. Спрашиваем, живы, нет. Когда долго не берут трубку, бьемся в истерике. Только что успокаивал невестку. Она разговаривала по телефону с дедом. Своим родным дедом, который в Брянске живет. Он и рассказывал, что надо еще немножко потерпеть, и нас освободят. Вы знаете, в Харькове горят тигры. Знаете, кто такие тигры? Такие машинки русской армии, освободители, блядь, приехали. Они горят классно. Наши делают коктейли специальные. Называется бандеровская смузи. Вместо коктейля Молотова. У нас война, ребят. Война. Зубки почистили, позавтракали, готовьтесь обедать. Фух. Всем пока.